Доброе утро. Во-первых, можно я просто быстренько скажу? Очень радует, что вас интересует партнерский бизнес, что вы нашли время и пришли в этот зал, в то время как в параллельных потоках идут очень интересные доклады от наших разработчиков. Спасибо вам. И очень радостно видеть много знакомых лиц. Приветствуем всех. Меня зовут Анна. Ко мне можно обращаться по вопросам партнерства. Я Наталья Грихина. Ко мне по всем вопросам, касающимся Bittrex24. И партнерство, и работа, и вообще все. Ну и, конечно же, ждем ваши вопросы в приложении Bittrex.conf. Пожалуйста, задавайте. Мы постараемся на все ответить после доклада. И коллеги помогут в течение доклада тоже отвечать. Также у нас будет митинг-поинт около зала. В 17 часов подходите, тоже спрашивайте. Итак, начнем. Мы расскажем про партнерскую программу Bittrex24, которая была запущена в начале года, и мы о ней рассказали на зимней партнерской конференции. И хотим поделиться, собственно, тем, что произошло за полгода. Сейчас уже более 3000 партнеров у нас в партнерской программе Bittrex24. Это, конечно же, разные страны, как всегда. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и другие страны СНГ. То есть нас много. Это очень здорово. И мы все вместе работаем, много активных партнеров. И я расскажу немножко, что же произошло за полгода. Смотрите, какие цифры. В 4 раза увеличилось количество порталов, которые привязаны к партнерам. То есть партнеры активно работают. И сейчас больше 40 тысяч порталов клиентских привязаны к партнерам. То есть это потенциальные выплаты, это потенциальные клиенты и клиенты тоже. Выплаты за привязанных клиентов у партнеров увеличились в 3 раза. То есть в 3 раза партнеры получили больше денег. Прямые продажи партнеров увеличились на 50%. То есть вы активнее работаете, вы больше работаете, у вас больше клиентов платных. И есть партнеры в этом полугодии, которые за один раз получили более 400 тысяч рублей. Это одна выплата за своих клиентов. И вот такую цифру мы нашли, да, посмотрели, посчитали. У активно работающих партнеров сейчас почти 20% клиентов привязанных порталов — это платные. То есть всех, кого вы привлекаете, 20% — это платные клиенты могут быть. Несколько слов о самом Bittrex24. Я думаю, все уже видели нашу новую карту. Здесь показан, не знаю, наверное, как раз спрос на Bittrex24 в разных регионах, и вы в том числе тоже вот можете посмотреть, открыть эту карту, она на сайте bittrex24.ru. Очень часто, вот буквально ну, вот год назад так это точно, от партнеров поступали вопросы. Раз. Как мне узнать, вот в моей области, в регионе России, какой спрос на Bittrex24, да, там сколько у вас регистраций? Пожалуйста, открывайте карту в режиме реального времени, смотрите, да, то есть здесь показано по времени, зеленые мигающие круги, это как раз в данный момент времени с этими порталами работают. Ну и число порталов в точке можно увеличивать. Это число потенциальных клиентов. Да, то есть это число клиентов. Микрофон как-нибудь. Число клиентов Bittrex24 постоянно увеличивается, рынок растущий. Можно сказать, не занятый. Вы можете с ними работать. Идем дальше. Идем дальше. Также давайте посмотрим, кто же партнеры Bittrex24 на данный момент. Конечно же, в основном это веб-студии, интеграторы, 1С франчайзи. Собственно, это понятно, да, потому что часть партнеров пришли из партнерской программы управления сайтом. Они давно уже начали работать с Bittrex24. Но в этом году мы заметили новую тенденцию. Уже более 100 партнеров — это компании, которые работают с бизнесом, которые являются бизнес-консультантами, бизнес-школами, то есть обучают бизнесу, консультируют и так далее. То есть количество таких компаний растет. Им тоже интересно продавать Bittrex24 вместе со своими услугами. И они продают только Bittrex24, то есть не управление сайтом? Да, только Bittrex24. Как же работает партнерская программа? Вы ищете клиентов, приводите их в Bittrex24, продаете Bittrex24 свои услуги и получаете деньги. Все достаточно просто, 4 шага, и мы поподробнее расскажем. Ну, главный-то вопрос в том, где найти клиента, как привлечь их. Мы подготовили для этой презентации 4 небольших сценария. Это, наверное, упрощенные, обобщенные сценарии, но мы постарались прям досконально их пройти. Это как раз вот те первые шаги,
который вы можете сделать, чтобы получить клиента. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, кто работает с Bittrex24 как партнер, кто привлекает клиентов, кто продает? А кто не продает, поднимите руку, пожалуйста. Есть такие, отлично, хорошо. Самый первый, наверное, самый простой способ, как начать, это работа, собственно, с текущей своей базой. У вас уже есть клиенты, у вас уже есть на них выход, и вы можете с ними коммуницировать. У нас есть готовый шаблон рассылки. Возьмите наш готовый шаблон, поставьте туда свою реферальную ссылку и, собственно, отправьте вашим клиентам. Что от этого ждать? То есть вы отправили рассылку, что происходит дальше? Клиенты, перейдя по вашей реферальной ссылке, создают свой Bittrex24 и привязываются к вам. Мы об этом подробнее дальше скажем. Когда клиент становится платным и оплачивает Bittrex24, вам начисляется вознаграждение 50%, дальше потом в течение 3 лет по 20%. Либо эти клиенты могут обратиться к вам, и вы уже продадите Bittrex24 им напрямую от себя, получая скидку для себя 50% всегда. И клиенты, получая эту вашу рассылку, становятся незаметно вашими. Еще такой тоже давайте вопрос. Кто воспользовался таким способом, кто делал рассылки просто по своей базе? Отлично, хорошо. Сейчас как раз это проценты сравним. Что ждать? Мы просчитали предполагаемую конверсию, какая может быть с этой рассылки. Переходы, то есть конверсия из переходов из писем. То есть это те, вот вы отправили, предположим, на 1000 адресов, примерно 20-30% перейдет по ссылке. То есть они перейдут по вашей реферальной ссылке на наш сайт Bittrex24. Эти данные мы взяли по нашим рассылкам и по данным партнеров, которые нам эти данные предоставили. То есть примерно 20-30. Очень много зависит от текста, от какая рассылка. То есть это вы, я думаю, и так знаете. Переходы в регистрации от этого числа 15-18%. Это мы взяли данные по нашим рекламным кампаниям, то есть с средней такой конверсии в регистрации. И регистрация в платных клиентов из тех, кто уже к вам привязался, это 15-20%. Вот эта цифра как раз мы посмотрели по тем партнерам, к которым привязаны клиенты, и высчитали вот такую среднюю конверсию. Скажите, пожалуйста, у вас какая сейчас конверсия? Из привязанных в платные. Сколько там привязанных, сколько платных, и кто вообще это считает? Кто считает? Маленькая. Сколько маленькая? А вы продаете им? То есть вы намеренно их там дальше уже дожимаете, да? И от 4 до 10. Хорошо. Следующий вариант – это, конечно же, ваши мероприятия. Вы их уже проводите. Ставьте, пожалуйста, доклад по Bittrex24. Рассказывайте, мотивируйте аудиторию, привлекайте ее. Кто рассказывает на мероприятиях о Bittrex24? Отлично, есть такие. А кто использует промокод? А у кого промокод работает на привязку? Работает. Примерно тот же процент людей. Хорошо. Я потом расскажу, как они работают. И еще один вариант. Работайте с вашими клиентами, независимо от того, что вы им продаете, Bittrex24 или сайты, через Bittrex24. Потому что мы уже автоматизируем привязку через Bittrex24. То есть все те файлы, на которые вы отдаете клиенту публичную ссылку из Bittrex24, они ведут на вот где у нас? Потом покажу. То есть они ведут на страницу с файлом в Bittrex24. Внизу есть баннер. Если клиент на него кликнет, он уже автоматически помечен вашим рефером. Поэтому работайте. Письма, которые вы отправляете из CRM Bittrex24, если вы отправляете их из NFR-версии, из партнерской, они все помечены. И все те дальше варианты, которые вот этих коммуникаций появляются, где из какого-то способа, который вы используете для общения с клиентом, появляется ссылка на наш сайт, на Bittrex24, она будет помечена, в ней будет ваша партнерская ссылка. Конечно же, еще один вариант получения новых клиентов – это сайт Bittrex24. Мы недавно совсем обновили партнерский раздел, там новый интерфейс, новые фильтры. Мы будем их дорабатывать, там появятся компетенции в скором будущем. А сейчас там есть кнопка
обратиться к партнерам, потому что зачастую клиенту нужно выбрать, клиенту нужна помощь. Он заполняет формочку, идет распределение этих лидов между нашими партнерами, и дальше вы уже с ними связываетесь. И если звонят в нашу компанию и просят консультацию, мы тоже порой переводим на партнерский сайт, на сайт, на список партнеров, просим обратиться к вам. Собственно, где же деньги? Да, вот вы получили клиентов. Брюки превращаются. Даша, переключи, пожалуйста. Значит, я расскажу про варианты. Скорее всего, о них уже знаете, но мы расскажем еще раз подробнее. Значит, как вы можете получить деньги? Во-первых, вы можете, конечно же, продать от себя, то есть выставить счет клиенту, с которым вы работаете, и получить свои 50%. Покупаете со скидкой партнерской, продаете по конечной цене, остаетесь при своей выгоде. Если вы продаете облако, у вас всегда будет 50%, вне зависимости от статуса. Скидка-то никуда не пропадет, никуда не денется, не изменится, пока у нас с вами есть партнерские отношения. То есть всегда можно на нее рассчитывать. И если это клиент на коробку, соответственно, в зависимости от вашего статуса, это скидка от 40 до 50%. Тоже так же выставляете счет, продаете, получаете свою выгоду. И второй вариант, да, это вознаграждение за клиентов в облаке, которые к вам привязаны. То есть если по какой-то причине клиент платит нам напрямую, но вы с ним работали, вы его привлекли той же там рассылкой или мероприятием, он как-то к вам привязался одним из способов. Вот если он платит нам, вы получаете свое вознаграждение. С первого платежа 50% и последующие 3 года по 20%. То есть в принципе, если клиент остается ваш, вы гарантированно 3 года получаете с него денежки. И в любой момент вы можете выставить ему счет, да, и получить свои 50%. Еще у нас есть выплата за активных клиентов, которые тоже вы можете получать. Значит, эти вознаграждения копятся, они не сгорают, начисляются сразу. И получить деньги вы можете сразу после того, как подпишете договор. То есть накопилась денежка, подписали договор с нами, и дальше вы по нему работаете, все время получаете деньги. Итак, вы работаете теми способами, которые Наташа рассказала, и другими, какие придумаете. Клиенты к вам привязываются, и однажды вы получаете от нас уведомление. Ребята, у вас накопилось больше 5000, заберите, пожалуйста, свои денежки. Подписывайте договор и забирайте. А как, собственно, привязывать клиента? Вот я перечислила несколько способов. Сейчас подробненько разберем, как они работают. Реферальная ссылка. Здесь, думаю, вы все используете этот вариант. Это ваш ID-партнера. Вы все можете получить эту ссылку в вашем личном кабинете. Она на главной странице, она доступна. И всегда, когда вы ссылаетесь на наш сайт, на Bittrex24, ставьте эти метки, размещайте, чтобы все привязки происходили. Следующий вариант – это промокод на бонус. Здесь немножечко сложнее, потому что непонятно, как клиенту его использовать. И недавно совсем мы добавили новый вариант. То есть раньше как у нас был? Вы создаете промокод, раздаете его на мероприятиях, и те клиенты, которые создают себе вот после вашего мероприятия новый Bittrex24, они применяют этот купон и получают там дополнительные 5 гигабайт, либо получают дополнительных пользователей на несколько месяцев и используют этот бонус. Сейчас мы сделали новый вариант, когда купон может быть активным и для текущих клиентов. То есть если к вам на мероприятие, либо к вам на мероприятие приходят клиенты, которые уже работают с Bittrex24, но им что-то непонятно, они хотят узнать больше, вы даете им этот промокод, вы проводите мероприятие, вы рассказываете о Bittrex24, клиент этот промокод применяет, а вы, кстати, можете сделать там дополнительную какую-то пост-рассылку после мероприятия, дополнительно указав этот промокод, чтобы все-таки этих клиентов за собой закрепить. Он его применяет, купон работает, клиент получает бонус и закрепляется за вами. Еще один вариант, который появился совсем недавно, наверное, полгода только. Вы можете создать ссылку на покупку для конкретного клиента, то есть для конкретного Bittrex24. Для чего это нужно? Иногда бывают случаи, когда вы работаете с клиентом,
вы консультируете его, собственно, вы продали ему по факту Bittrex24, но клиент почему-то, он к вам не привязан, он не пришел по вашей реферальной ссылке, вот не хочет он использовать ваш промокод и не хочет покупать у вас напрямую. Как все-таки совершить продажу? Вы можете отправить ему ссылку, создав ее в своем личном кабинете. Это будет ссылка на конкретный портал. Вы его прямо вот здесь указываете. Финальная ссылка будет именно на этот адрес портала в раздел «Покупки». И ссылка будет помечена. И если клиент по этой ссылке перейдет и купит, то он к вам привяжется. То есть клиент точно так же купит Bittrex24 самостоятельно, но привязка будет. И с этой уже выплаты, с этой уже оплаты вам будет начислено вознаграждение. Как вообще мотивировать клиента перейти по этой ссылке, да, то есть зачем ему переходить по ссылке от вас, если он может сделать это у себя в Bittrex24. Давая клиенту вот эту ссылку, вы можете предоставить как раз свои скидки от там, сейчас 5, 10, 20. От 5 до 20%. Вот эта скидка, которую вы сверху даете клиенту, вы можете ему сказать, как бы, смотрите, да, мы от себя можем предоставить вам эту скидку, вы точно так же оплатите от себя Bittrex24. Вообще так, собственно, вот она как раз так и работает. Либо как вариант не предоставлять эту скидку, вдруг вы не хотите, например, это делать. Если клиент покупает у вас напрямую, он сразу же привязывается к вам, то есть идет привязка. Даже если этот клиент был привязан до этого к другому партнеру, но он оплачивает Bittrex24 вам, то есть он покупает у вас, мы его перепривяжем. И в дальнейшем, если клиент решит продлевать самостоятельно, вы будете получать вознаграждение. И еще один вариант, вот о котором я как раз рассказывала, это ссылки из Bittrex24. Они все работают автоматически. Если вы используете NFR-версию Bittrex24, то есть свою партнерскую версию, то все те ссылки, которые привязаны к вашему аккаунту партнера, они уже помечены вашим рефером, вот этим ID партнера. Они есть в файлах, они есть в письмах, которые идут у нас, так называемый наш убийца почты. То есть если вы отправляете, там, переписываетесь с клиентом через живую ленту, клиент получает письмо по шаблону, и в нем есть ссылка на Bittrex24, либо это задачи. Все ссылки мечены, и все клиенты к вам будут привязываться. Мы видим, когда мы видим, что клиент к вам привязан, если либо он зарегистрировался по вашей ссылке, либо использовал промокод, либо оплатил тариф по ссылке, которую вы ему дали, либо купил у вас напрямую. Ну и, соответственно, когда клиенты привязаны к вам и начинают платить, вы начинаете получать вознаграждение за них. Собственно, как начать? Да? Даша, переключи, пожалуйста. Не работает мой кликер. Значит, становитесь партнером, если вы еще не там. Если вы еще не партнер, заполните анкету на партнерском сайте. Если вы уже партнер программы управления сайтом, но не в Bittrex24, просто зайдите на партнерский сайт Bittrex24, в кабинет партнера, вы автоматически станете и партнером, и здесь тоже. Вот. И, соответственно, если вы не являетесь веб-студией, но внедряете инструменты для бизнеса, консультируете, обучаете бизнесу, мы тоже вас ждем в партнерской программе. Заходите на партнерский сайт, регистрируйтесь, мы рассмотрим анкету в течение 2 дней. И второе, будьте в курсе. Мы открыли специальное сообщество для партнеров Bittrex24 относительно недавно. И там самые свежие новости, нюансы от первых лиц компании. Можно самым первым там узнать что-то. Также есть, можно обменяться опытом, можно пообщаться, можно что-то спросить. Мы стараемся следить за порталом, и даже разработчики у нас там отвечают иногда на вопросы. И более 300 партнеров уже там, так что присоединяйтесь. На партнерском сайте в разделе «Инфоцентр» есть кнопочка «Присоединиться в сообщество». Вот, мы подтвердим вас, и вы будете знать первыми. Я хочу спросить, а кто уже заходил на этот портал? Кто работает? Я всех остальных тоже приглашаю, потому что как раз там мы публикуем информацию в первую очередь. То есть если сначала у нас это был партнерский форум, куда мы старались как можно быстрее дать информацию о новинках Bittrex24, о каком-то тестировании, об изменении цены, о том, что мы хотим обсудить с вами изменение цены, либо еще какие-то вопросы, то теперь это все происходит в этом портале Bittrex24. Также там, если у вас есть какие-то вопросы по бизнесу с Bittrex24, вы можете нам даже в чате написать. Мы можем с вами побеседовать в достаточно неформальной обстановке.
назад, и если вы уже работаете с Bittrex24, заходите, проверяйте начисления. Даже если вы пока не партнер Bittrex24, то есть вы работаете только с управлением сайтом, продаете сайты, все привязки идут. Если у вас, вы работаете с клиентами в Bittrex24, они переходят по ссылкам, то есть какие-то привязки происходят, начисления идут. Зайдите в личный кабинет, проверьте. Может быть, там у вас уже внушительная сумма, которую давно пора забрать. Ждет вас. Спасибо. Большое спасибо. Очень радует, что большинство присутствующих как раз уже в программе Bittrex24. И подходите к нам в митинг-поинтах, мы будем рады обратной связи. Расскажите нам, как вы работаете. Если будут вопросы по Bittrex24, это будет митинг-поинт около зала Рио, 5 часов. Парочку вопросов. Хорошо, хорошо, я так просто. Да. У нас есть, спасибо большое за доклад. У нас есть парочку вопросов, я сейчас передам микрофон коллеге Алексею, он зачитает, и мы обсудим. Да, Дмитрий Демидов задавал вопрос, можно ли разделить рейтинг коробки и облака. Вот я бы хотел, чтобы он уточнил немножко, что он подразумевает. Мы специализируемся на коробке. Клиенты смотрят и говорят, вы в рейтинге там внизу. О, вернее, мы на облаке специализируемся. И мы не, а с коробкой мы не работаем. Если бы они видели рейтинги нормальные, что мы не работаем с коробкой, например, другое отношение к нам было, и клиентов бы не обманывали. Спасибо. Ну, интересный вопрос. Подумаем на самом деле об этом. То сейчас есть компетенция коробка, по которой можно отфильтровать. Я поняла просто, в чем проблема, да. Подумаем, как, что можно с этим сделать. Угу. Вопрос еще задают, как с начислениями для Украины. Ну, видимо, филиалская на Украине программа. Пока не запущена эта программа, но работа идет. Ну, очень скоро, нам сказал Дмитрий Суслов совсем недавно, что очень скоро она там будет. Ага. Так, еще один, последний, и из зала будет. Так, Виталий Дудко спрашивает, чем отличается привязка конкретного клиента на слайдах от ручного добавления адреса портала в список партнеров, когда, клиентов? Я поняла. Когда вы добавляете адрес вручную, это просто добавление в список. То есть это как бы, ну не могу сказать, что это CRM, это просто список ваших клиентов. Вы его добавили, он у вас есть этот адрес, вы видите, что человек работает с порталом. Но по нему ничего не начисляется. Начисляются только, если произошла вот эта автоматическая привязка. То есть привязки нет. Только в этом случае будут начисления. Если просто добавить портал руками, вознаграждение начислено не будет. Спасибо большое за доклад. Спасибо за партнерскую программу. Меня зовут Роман, компания «Веб-центр». У меня такой вопрос. Можно ли как-то или будет ли в будущем разделены партнерские кабинеты Bittrex24 и общий партнерский кабинет, потому что это актуально. У меня сейчас в компании несколько отделов, и как бы очень неудобно. Менеджеры, получается, имеют один и тот же пароль. Это не очень удобно. Интерфейсно они сейчас разделены. Интерфейсно, но, да, но доступ-то один разные, и тот же разные получается. Права доступа раздать для менеджеров? Да. Предложение хорошее. В смысле, одному и тому же менеджеру? Нет, разные отделы, разные бизнес-процессы, разные понятно. Менеджеры. У них сейчас один аккаунт, и когда даже вопрос задает, получается, что ну, задает, как бы, и вы видите, что это как бы один человек. На самом деле это два разных человека, и у них совершенно разные компетенции. Вот, Алексей, говоря. Подумаем, да? Да, мы как раз работаем. Хороший спасибо. Вопрос, да, спасибо. Спасибо большое еще раз за доклад. Уже отпустим всех.